Всем привет! Мы продолжаем серию видео о том, сколько можно купить того или иного продукта на минимальную зарплату в России и в Турции. В Турции минимальная зарплата, исходя из данных интернета, составляет 4253 турецкие лиры, или же 25500 рублей. В России минимальная зарплата, исходя из данных интернета, составляет 13890 рублей. И сегодня мы будем сравнивать, сколько можно купить сжиженного газа на минимальную зарплату в России и в Турции. В России 1 литр сжиженного газа стоит примерно 24 рубля за литр. На минимальную зарплату в 13890 рублей можно приобрести 579 литров газа. В Турции 1 литр сжиженного газа стоит примерно 11 лир, или же 66 рублей. На минимальную зарплату в 25500 рублей можно приобрести 386 литров сжиженного газа. Проведя несложный расчет, можно выяснить, что в России на минимальную зарплату можно приобрести на 193 литра сжиженного газа больше. Для понимания, это примерно 1800 километров поездки на Lada Largus на газу. А если вам понравилось это видео и вы хотите знать больше о Турции, не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Также вы можете написать свое мнение в комментариях, мы обязательно ответим на ваш комментарий. Также вы можете предложить вашу идею для выпуска. Но в следующем выпуске мы будем сравнивать, сколько можно купить хлеба на минимальную зарплату в России и в Турции. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!